Мы сегодня проспали завтрак, горло болит. И вы после этого будете говорить, что к нам, к русским в Европе, плохо относятся, потому что она нас оформляла, она видела наш паспорт, она знает, что мы русские. Она нам завтрак в номер принесла, ребят. Это кто-то вам, чтоб вам кто-то что-то не говорил. Я обалдела. Обалдела. Вот так вот. Вот такое отношение к Германии, к русским.